Так, ну что, всем привет, продолжаем играть PUBG. О, мои тиммейты предыдущие. Вот. Было бы класс, если бы они, зная, куда я прыгаю, прыгнули бы тоже туда. Например, почему нет? Вот. Раз, два, три. Вот этот супер отстой, ну как бы ладно. На самом деле тут все. То есть все эти трое человек знают, куда я прыгаю, с ними играл уже. Ну как так можно было сдохнуть, да, вот в прошлой игре, я вообще не понимаю людей. То есть приехали в центр круга, круг шел наверх просто и за не сдохли. Зачем вы туда едете, почему? Я, конечно, повтор не смотрел, были на скалах кто-то или нет, но я вообще, почему на скалы не приехали, в чем проблема? Такое. Скорее всего, ни на скалах, ни в Липовке вообще никого не было, мне кажется. Ну ладно. Тут я без стрима играю, когда-нибудь стрим запустим, будем разбирать эти все игры, возможно, даже просто сидеть на стриме. Да. Жалко, топ-13, это худший, по-моему, результат у нас, да, вообще за ГВ пока что, мне кажется. По идее там должен был жить. Пожадничал, большую аптеку решил заюзать. И просто план какой был? Заюзать большую аптеку и просто добежать до круга на пофиг. То есть понятно, что я бы добежал бы дальше. Но пожадничал, мне хватило доли секунды, чтобы заюзать большую аптеку. Ладно. Надо было маленькую юзать, бежать, а потом. Ну ладно, пофиг. В принципе, пофиг. В конце концов, он смотрит, как люди играют, а не. Ой, а не как я, так что. Жалко, что наши сдохли, вот что. Я-то думал, если я даже сдохну, ладно, пофиг, а наши-то тоже сдохли были в этот момент уже. Тут фигово, конечно. И надо было сразу, неужели там машина, наверняка у них была машина, брать машину, доехать, зачем вообще они? Очень странные люди. Что надо было ехать либо Липовку, либо скалы. Вот такой, короче. Здесь были доставки. Далеко от меня, по идее. Да, это шла игра, да-да-да. Они бы на столбе лутались и поехали. Зачем-то в самый-самый низ. А слева, что надо было от скал играть, около Липовки. И все. Нормальный самолет. Хотя. Вроде в северный полетят, мне кажется, вот эти тиммейты. Иди в северный. Ну, искнем, что делать. Искнем. Можно, конечно, вот сюда прыгнуть, долететь даже снизу, но смысла нет. То есть все лутать, то только вот это место, вот это все лутать только если. Потому что сюда, возможно, пойдут люди, все жопаль точно. Так что такое. Эти, которые предыдущие мои тиммейты, скорее всего, в северный дом полетят. Мне кажется. Либо реально в начале выпрыгнут, в жарки. А, куда наши хотят? Подожди, куда метки ставят? А, Липовка. Ну окей. Ну так-то не, нормально. Один склад. Я думаю, один склад все будет в Липовку. Мне кажется. Мне кажется, один склад будет в Липовку. Липовка, так и Липовка. Смотри, сколько людей, нам очень важно посмотреть, сколько людей будут на эту сторону. Направо падать. Ну, как бы налево, а так направо. В верхнюю часть самолета. Так. Два склада, три склада. Ну это же жопа. Вылетают люди. Очень много народу. Складов 5, а то и фиг знает больше. Так, это у нас. Тоже, кстати, жопа, вряд ли это
Хотя это налево, да, уже полетели? Налево, ладно. Сейчас эти рожки починки. Так, то может кто-то с севера даже вылетит. Я знаю. Так, я с на поляну сейчас склад обязательно прыгну. А нет, они в другую сторону полетели. Типа в мильту. Не, вот ясно, полян есть склад. Ясно, полян есть склад. Окей, ясно, полян есть склад. Здесь летается, а здесь машина заблюда. Вообще у нас, блин, тут кто лутался с севера, блин, надо, короче, машину брать и уезжать наверх, либо в канатике не нужна, им надо занимать вот эти дома, где-то вот здесь надо занимать, по идее. Люди могут наоборот, кто-то лутался с севера, но лутаться в мою сторону наоборот могут. Яма, я помню, два раза номер ангел в эту яму залетал, когда здесь бывает. Не бывает смысла есть. Два раза залетал. У них там аэродроп, что ли? Они там что-то этот... поставили метку дроп, типа. Либо они вместе играют и говорят тут, где что лежит. Вполне возможно. Так. А, мы вообще рюкзака не хотели искать. Второй не будем брать, у меня же вообще нету. Поэтому будем. Блин, на микрозю уже где-то два пивомбаса сжал. Так, собственно, личный магазин. Не, у нас вообще никого не должно быть. Но могут прийти на самом деле. Прийти, я думаю, могут.
Ну, а чё? А, это лаги. Так, посмотрим. Конечно, можно, в принципе, взять. Может, переспыть. Все может быть. Блин, я палки не бил. Были же вроде палки, нет? А, вот у меня же есть. Что вообще? Водок я не вижу. Водок я не вижу. Я ружье взял. Так, а что с аптеками? Одна аптека с 40 бинтов зато, блин, жесть. Так, погоди, а мы тот дом лутали или нет? Или я сразу... Мне кажется, не лутали, да? Помню, сразу побежал в боковой и все. Я уже забыл. Ё-моё. А, топор, подожди. Если забываю, что серп это топор ведь у меня. Да, быстренько чекнем еще раз. Не помню, кто же заходил? Не, заходил, все вспомнил. А, погоди, или нет, вообще конечно не взял тогда. Подожди-ка, нет. Не заходил я сюда. Блин, там мини, кстати, был у нас. Помню, в каком доме. А, СКС тоже вроде было. Че хотел выкинуть? Блин, бинт не влез, лол, серьезно. Так сложно. Не будем палиться. Так, ага, понятно. А, через окно можешь залезть? Нифига себе. Так, ну может залезть. Прикольно. Вот никто не ездит за мной. Так, а на СЛ ставится эта штука, да, ставится. Блин, вот отстой. Не хочу я СЛ брать. Ладно. Так, наши все же в этой точке, да.
Все. Все опять. А. Ладно, калаш возьмем на всякий случай. Не знаю зачем. Поехали сюда, мы поутаемся. Может, кстати, к нашим поехать? Серьезно, что они? Нокаются кто здесь? Оранжевый. Ну все, у дома нокнулся. Так. Так, наш на к нашим заезжать, да, получается? Нет, не так рано. Так. Сейчас сюда от скал опять же. Так. По идее, с этой стороны вообще никого не должен, по идее, так? По идее. Как будто бы этот. Кого-то слышу. Это наша стреляющая. Что он там пишет, показывает там, где?
Так, что хочу? Вряд ли отсюда кто-то будет. Максимум будут это вот отсюда люди. То есть там есть люди. Так. Они должны уезжать сейчас. Они должны уезжать. Так, ну наши живы. Не получится, да? Так, ну понятно, в этот дом заехали, то есть мне нужно пробраться как-то. Хотя это может те, которые по мне стреляли, если они сейчас сразу не заспотают, тогда это те, которые по мне стреляли. У них машины есть, не сразу уедут, по идее. Даже так? Даже так. Ну, сейчас меня будут принимать. Естественно, ко мне прибежит. Надо дерево добежать хотя бы. Так бежит у меня, куда? Так. Так.
Так. Так. Так, а наше все тут. Я так понимаю. За зоной сдох. Так, ну я пополз, короче. Я, короче, пополз. Эта зона будет довольно быстро идти, надо ползти в любом случае. Так. Так. Я пополз. Отомстил, кстати, челу. Отомстил, кстати, чел, чел мне как-то убил. Да чел как-то меня убил вчера или когда позавчера. Первый килл, кстати, на голову. Если что. Ну, возможно, это тот чел, который по мне стрелял даже.
Так. Же никого нет, меня не смотрел, добили их, нет? У меня же типа один килл, один килл. Этот лес. Пробежал кто-то, по-моему, да? По-моему, кто-то пробежал там. Блин, почему не могу? Туда повернуть не могу. Вот в эту сторону почему-то. Направо. Блин. Что за бред? Почему? А, вот могу. Лезешь, блин. Понятно. Как, почему? Видели, что было произошло? У меня почему-то текстура залезла, то есть вертикально. То есть мой персонаж почти вертикально был. Чё за бред, блин? Давай повтор даже посмотрим. А, не видно. Не, видно будет. По идее, видно будет, как меня убивали. То есть у меня персонаж вообще вверх вот так вот стал. Долбанное дело. Это что за текстуры такие? То есть я должен был спокойно здесь проползти. В итоге, кого-то черта... Какого-то черта, слева чувак, да, вот он. В итоге какого-то черта, то меня заметил чисто из-за того, что я вверх, видать, поднялся по нашему частоту. Вот сейчас видно было. А, нет. Там, вот, да, наверное, вот как раз меня увидел на тот момент, когда у меня вверх реально поднялся персонаж. Забавно, забавно. Ну ладно, бывает. Ладно, топ-4.